Мозырь стал одним из немногих городов Беларуси, куда прибыла для поклонения верующих копия одной из почитаемых православных святынь – Гаденовский крест. Согласно преданию, в 1423 году пастухи, пасшие скот на Сахатском болоте, стали свидетелями чудесного явления. В небе возник столб света, из него появилось распятие, а рядом образ святителя Николая Чудотворца с Евангелием. Неожиданно раздался голос, который повелел возвести для явленной святыни храм. Для нее была построена деревянная крестовоздвиженская церковь прямо на болоте, на месте которого за одну ночь образовался холм. Летопись повествует, что и во время строительства храма, и после было явлено много чудес и знамений, которые фиксировались в особой книге. В настоящее время крест хранится в церкви российского села Гаденово Ярославской области. Его копию перевозят по территории Беларуси участники автомобильного крестного хода «Святая Русь», посвященного 600-летию явления чудотворного креста. Перед крестом преклонялись. Вот, как правило, какая бы ни была церковь, какой бы ни был вот храм, собор, вот сколько могут людей вместиться, вот получается вот как раз полный храм, полный. Вот, где-то люди идут и допоздна, вот как, например, в Пружанах, до 10 вечера, хотя там объявили, что до 9 всего лишь будем. То есть мы, если люди идут, мы задерживаемся, то есть ждем, чтобы вот каждый мог преклониться. Поэтому приходите вот в Мозыре сегодня до 9 вечера будем. Целый день у мозырян была возможность прикоснуться к святыне. До 13 октября включительно крест будет размещен в храмах Туровско-Мозырской епархии, Ельска и Наровли. Екатерина Горбачева, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».